Так, друзья, всем привет. Короче, сегодня пахал участок, немного вот. И вспомнил, что у меня на тракторе до сих пор залито масло. Ну, это обкаточное масло. И вот сегодня думаю, чтобы дальше продолжать безопасно. То, что участок большой, надо вот это все спахать. Вот, думаю, масло залить. Залью вот такое вот масло, ну, то, что нашел, 10W40. Ну, тут написано, в принципе, я думаю, Лукойл подойдет. Высококачественное, всесезонное, полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Хотя бы что-то залить. Потому что всяко лучше, чем обкаточное. Но я сегодня долго полусинтетика. Может, надо было синтетику взять. Ну да ладно. Долго искал сегодня, где заливать масло и где выливать. Вроде нашел. Много видеороликов смотрел. Заливать. А, то есть отливать нужно будет. Вот здесь вот пробка есть. Вот она. Менять фильтр не буду, но по идее нужно и фильтр менять, но я его нигде, ну, здесь я у себя в селе нигде не найду. Вот, у меня сейчас пробег 24 уже моточаса. Когда будет 70 моточасов, надо будет ТО-1 провести. А сейчас у меня ТО-0, пока не буду менять фильтр, поезжу на этом. Масло заливать сначала я думал вот здесь, но по идее сюда и надо. Там написано символ масла. Заливать вроде как сюда нужно, но бак мешает. Видите, очень неудобно сделано в скаутах. Но потом я получше поискал и здесь нашел, оказывается, еще одна пробка похожая. Здесь тоже символ масла. И заливать буду сюда. Сюда, конечно, удобнее. Вот. Ну, в общем, как-то так. Сейчас я буду этим заниматься. Вот такое вот полилось черное масло. Здесь используется ключ на 17, пробка не магнитная. Так, все стекло. Трактор у меня немножко под уклоном. Ну, канистра 10-литровая, получается примерно 4 литра здесь. Сейчас пробку заверну и буду заливать масло. И 4 литра, думаю, залью, потом проверю с помощью щупа. Щуп находится вот тут. Вот он. Заливать неудобно. Погрузчик мешается. Но можно. Ну, в общем, все. Масло залил. Здесь я покупал канистру на 5 литров. Вот написано 5 литров. Ну и осталось примерно 1,2-1,3 литра. Ну примерно 4, сколько там? 3,7 литра получается, да? Я залил. И щуп вроде показывает нормально. Щуп показывает почти полный. Сейчас поезжу и пока оставлю так. Потом буду мониторить масло. В общем, наверное, все. Ребята, если есть у кого-то из моих подписчиков такой трактор, скажите, покажите, как вы заливаете масло. Правильно ли я здесь сделал все? Ну, кроме как незаменный фильтра масляного. Да, фильтр масляный тоже надо было
поменять. Но лучше уж так, чем никак. Потому что мне нужно здесь побыстрее вспахать. Вот. А ответа от техподдержки скаута я так и не дождался. Вообще очень странно. Никакой инструкции, ничего. Трактор купил, никакой инструкции нету. Такое чувство, как будто бы они продают трактора всем знатокам. Ну, у которых уже есть знания, как водиться с трактором, как что куда заливать, как настраивать. Вот. Я приобрел трактор. Я вообще нуб в этом деле. Ничего не соображаю. И никакой инструкции нету вообще. Иди гадай. Смотри в ютубе ролики. Изучай, как это все нужно делать. Вот этим мы занимаемся. Вот, в общем, как-то так. Ну, что могу, конечно, я спрашиваю. Мне отвечают. Но, видимо, сегодня вот суббота, выходной день. Мне так и не ответили. В ютубе посмотрел, пару часиков потратил на это дело, куда что заливать, вот это масло. Ну, и я понял, куда заливать. Ну, там других вариантов просто нету. Вот. Ну, если на крышке масло нарисовано, я так полагаю, что туда масло должно заливаться. Вот у меня в этом был вопрос. Ну, а в основном вроде как все. Все, всем пока.